Всем привет! В 2024 году состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Рыбка золотая». Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. По сюжету Надя и Игорь женаты 10 лет. Он владеет строительным бизнесом, а она является юристом этой компании. На кону очень крупная сделка, но ее приходится приостановить из-за того, что один человек наотрез отказался продавать свою землю. Надя едет в свой родной город Рыбинск, чтобы решить эту проблему. И первым делом она собирает информацию про упрямого землевладельца, чтобы найти к нему подход и все-таки уговорить его продать участок. Оказалось, что Андрей владеет лишь половиной дома, а вторая принадлежит его бывшей жене. Надя с легкостью выкупает вторую часть дома у его бывшей и заселяется в нее, чтобы отравить жизнь Андрея и заставить его таким образом продать дом и участок. Пока они оба соревновались в создании ужасных условий для жизни друг другу, оба поняли, что влюбились.